Ой, мама. Это продолжение, да, после того, как они... Чё это такое? Бургер, тут при чём? Что происходит? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и вы сами видели, кто к нам пришел. Это он! Это Боб! Он обновился. Многие из вас знают, наверное, что я обожаю Боба. Он у меня во всякие топы попадал там со своими треками. Саншайн, вообще люблю эту песню. И, короче, давайте, за Боба надо поставить... Уж не за меня, так за Боба. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, в общем-то. И прожмите колокольчик. Предупреждение. Этот мод содержит вспышки. И тут еще пялящиеся глаза постоянно на вас будут пялиться. Если вы друг... И вы, в общем, это вас пугает, то не играйте. Да? А типа, а если вы враг, то играйте и срать на вас, да? За то, что вам нравится мод, спасибо вот таким-то людям. И там очень много людей. Ну, конечно! Ну, кто бы сомневался? Естественно, Боб! Я ни разу даже не сомневался. Так, смотрите. Какая штука? Выбираем либо нормальную неделю Боба, либо Onslaught. Нам надо Onslaught, потому что... Подождите, а... А как я должен выбрать? А, вот, тут, смотри, тут надо вверх-вниз стрелочки нажимать. Вот, мы выбираем Bob's Onslaught. Вот, вот это новая неделя. Вот это нам нужно. Ой, мама. Это продолжение, да, после того, как они... Может, Пико воскресит кто-нибудь, нет? Он там, бедолага, на шипах. Раздолбанный. Чё это такое? Бургер, тут при чём? Что происходит? Что происходит? Так, не понял. Какого дьявола это было? Не, я знаю, что этот день настанет. А ты кто еще такой? Кто это еще такой? Меня зовут Рон Шугартиц. Шугартиц. Сахарные титьки. А вы, малыши, кто такие? Би-боп, скири-боп, пердеж, говно-говно. Что с тобой не так? Ты выглядишь как будто выглядишь, погоди, ты выглядишь как будто. Слушай, я реально не уверена, что ты, двухдюймовое чмо, тут делаешь, но нам реально нужно вызвать какую-то тайную службу или полицию, или что мы сейчас, блин, видели? Заткнись нахрен, я ненавижу баб! Клёвый парень ненавидит и женщин, что? Что это за полудурок обоссанный? Я могу делать клевый рэп. Если ты тоже можешь делать клевый рэп, я полагаю, вы, ребята, справитесь. Но мой мод против Рона становится знаменитым. Я вернусь жестче и менее уязвим, не менее возможным я вернусь. Пердёж, Бусгард. Чё? Чувак, я бы тебя то же самое бы спросил. Чё? Что? Что происходит? Ладно. Ладно, ребят, не задаемся лишним. Это Боб. Это мод Боб. Вы понимаете? То есть это конкретно вроде не Боб, но... Блин, классно он, кстати. Хореография божественная, товарищ. Вы невероятны. Так. Это хоть и не Боб, но сами понимаете. Ой-ой-ой. Сами понимаете, градус адеквата, адекватности, да? Он должен быть сохранен. Ну, естественно. Так. Ага. Спам у нас, в принципе, присутствует. Можно надрачивать кнопочки, сколько нам будет сколько нам будет угодно. Так, ну я пытаюсь пока этого особо и не делать. Так прям уж. А давай еще раз этот звук. Мне вот этот понравился звук. Самый крутой был, который ты издал. Так. Ага. Хорошо. Справляемся. Музычка прикольная. Не буду сказать, первый трек Sunshine Боба той недели мне нравился больше, чем этот первый трек. Но Sunshine это был вообще один из моих любимых треков, поэтому тут, сами понимаете, тут не так-то просто переплюнуть. Так, что-то там стонет нам по-прежнему этот чувачок, да. Давайте я поспавлю немножко, чтобы не проиграть еще тут ненароком. Песен-то... Воу! Ты что там, шептуна пустил? Что происходит? Господи Иисусе! Это, наверное, Боб, да? Вот это, наверное, Боб пришел. Ну, конечно, это он, да? В черной своей форме. В своей, прошу прощения, афроамериканской форме, да, не буду. Умер! Что? Черт.
умер в крутом плане. Можно умереть в крутом плане, ребята. Я не знаю, как это. Ну, окей, ему удалось. Скуп-дупу. Бип. Бро, что за хрень, бро? Ты выглядишь, как будто твои эндерперл трейдзапы. Конец диалога. Боб, дружок, ты вообще меня пугаешь дико. Вот это страшно. Вот это страшно. Я на это смотрю, мне прям хочется назвать этот ролик Боб Экзе, понимаете? У меня уже сегодня выходил ролик Уитти Экзе. Я вот думаю, может быть, может еще и здесь продолжить эту традицию. Посмотрим, я еще не знаю. Я еще не придумал, как мы назовем этот ролик. Но, возможно, Боб Экзе. Так, потому что он реально как... Он как Экзе, он страшный. Он страшнее любого Экзе, блин. Посмотрите на эту рожу. Ну, музыка прикольная. Так, ну-ка, мы спамить можем, что ли? О, можем. Блин, хорошая мезика. Да что так со мной происходит? Я путаю слова сегодня. Какая мезика? Майонезики, блин. Так, песенка. Я хотел сказать песенка, музыка, мезика. Не знаю. Че-то вообще мозг, короче. Мозг, работай. Прикольная, короче, песня. Мне нравится. Вот что я хотел сказать, да. Не знаю, лучше ли, чем Sunshine для меня или нет, но прикольно. Так, в общем-то, Боб всегда начинает позитивненько, да. Боб начинает позитивненько, старается. Старается поднять настроение. Так, хорошо. Ага. Окей. Здесь мы тоже все нажимаем, потому что я крут, естественно, логично. Само собой. Ага. Ага. Ой, как хорошо. Блин, классный музон, вообще топовый. Эта песня мне нравится больше, чем первая, я не знаю, как вам. Так, я тут, естественно, сами. Ну, тут такие стрелочки идут. Конечно, спам. Конечно, только спам, ребят, что еще? Так, в общем, ты еще не закончил? Бобик, родимый мой, ты прям вообще сегодня разошелся что-то, а? Ну, хорошо, ладно. Так. Мне такие классные глаза у тебя, конечно, чувак, вообще просто обалденные. Ты про такой прям, такой прям глазастик охренительный. Просто смотрю на тебя и, знаешь, люблю не могу. Прям. Такой великолепный, да. Чел, я сказал, люблю тебя, все, не это. Не, да ну не надо, ну куда, ну что ты делаешь? Слушай сюда, ты, больная драная крыса. Я на тебя смотрел как на веселую шутку для моей собственной игры, вместо того, чтобы каким-то образом ты пришел и все мне засрал. Я не позволю тебе так просто уйти с этим. Новые механики, новое все, сучара. То есть ты по-прежнему похож на Дрима. Открылась страница в браузере. На правду не обижаются, Боб. Так, окей, я вас понял. Я вас понял, хорошо. Блин, вот это... Это реально было сейчас смешно, конечно. Так, ну тут, ребят, ну естественно. Вы понимаете, кого вы смотрите? Вы понимаете, что я же не этот сам, да? Я не профессионал, да? Я просто могу только спамить и все. Да, это все шема. Спамить и еще болтать всякую срань во время трека. Стрелочки пропали. Такого еще нигде не было. Куда? Куда ты, козел? Блин, классная песня тоже, а? Что-то у него там какие-то окна вылезают. Я лох там написано. Вы выиграли миллион. Что происходит? Что за картинки? Котик! Здорово, котик! Котик, помоги! О, все, полетели, полетели. Блин, я всрал, ребята. Вот это печаль. Начало просто божественное, блин. Так, ну слава богу, что ты не стал опять там это самое, высирать мне свой фак. Так, погодите, что же меня подвело-то? Так, хорошо. Окей. Отличненько. Блин, классная песня, вообще топовая просто. Пара-па-пара-пара-па. Так, смотрите, я без спама даже. Ой, блин, вот эту черную не надо было нажимать стрелку, да? Зря черную стрелку нажал, блин. Так. Ага.
Ну все, он больше не будет она действовать, эта черная стрелка. Не надо меня больше скатывать. Да блин, нахера я это делаю-то? А-а-а! Твою мать, вот видите, что тебя подводит. Вот нельзя нажимать эти черные стрелочки, он тебя сразу буй-буй-буй-буй, вот так вот и в говно. Чики, мы сделали, эта идея была чики, что... Так. Черные стрелочки на черном фоне, как увидеть? Блин, я ни хрена не успеваю, что там про чики? Я про чики хочу прочитать. Дай прочитать про чики, падла! Чего орешь, придурок? Мы не знали, что у вас была эта идея в начале, чики! Горит, мы не знали, что у вас была эта идея! Какая идея в начале, чики? Какая идея? Я ничего общего с чики не... А, ну там есть еще. Я чики-то до конца не проходил. Там еще как бы... О, господи. Может быть, они действительно что-то взяли оттуда. Вот здесь я поймал ритм хорошо. Ой, мама! Как же оно все вертится-то, блин? Сейчас, если черная стрелочка пойдет, я даже не увижу. Да ты что, гонишь, что ли, придурок? Я уже прошел! Да я уже прошел этот момент, ну какого хрена, я же уже прошел этот момент. Так, я наконец-то это сделал, блин. О, наверное, это все, да? Блин, классная песня вообще, песня мне очень понравилась, правда, проходилась долго, раз пять, наверное, умирал. Давайте я сейчас на паузу поставлю и попытаюсь... Блин, я даже не могу захватить окно, окно улетело куда-то, хрен знает куда, наверх. Ой, блин. Ладно, пофиг. Ладно, я вижу, что здесь происходит. Ты выиграл в этом сценарии. Так. У меня больше нету трюков в рукаве. Вся надежда для меня потеряна. Да ладно тебе, Боб. Не плачь. Нормально все будет. Возможно, я увижу тебя в будущем. Боб, не расстраивайся. Кто знает. Иди сожри Боб. Боб. Сожри Боб и обрадуйся. В общем... Ой, блин, твою мать, что ты... Чё? Гляньте, открылась моя рожа. Рожа моя открылась на OBS. А модификация закрылась. Это почему? Я зашел во фриплей, и вот я так и знал, понимаете? Я так и знал, что от этой модификации что-то надо ожидать. Во-первых, как и было раньше. Да, вот это было и раньше во фриплее. Насколько я помню, вот это куча песенок каких-то непонятных. В общем-то, Run. Run — это последний трек. В общем-то, третий трек первой недели. И вообще это не заканчивается, я просто не знаю. Рон! Это специально так сделано, да? Рон. Хорошо, окей. Ну и в общем, Little Man, давайте посмотрим. Какой-то секретный трек, я так понимаю. Надо поглядеть, что он из себя представляет. Что тут за маленький мальчик? Маленький мужчина тут. Ой ты, господи! Боб, это что, ты что ли? Это ты, Бобик! Бобик, родимый мой! Малышочек! Малышочек-бобочек! Ой ты, господи! Ой ты, господи, как оно там старается. Ты глянь, ни хрена у него рожа здоровая на этой. На полосе здоровья. Там-то он маленький, а тут-то башка здоровая. Это шо, капец. Нифига себе, головушка. Голова-головушка. Так, вот это ты, однако, накушал ты в нее хорошо, наверное, да, я так понимаю? Ух, он там старается. Че ты там? Че ты там пиздрончикает помаленьку там в микрофон? Че ты там? Вот ты ж этот самый-то, а. Ты малюсенький такой, пиздрончик малюсенький. Ты глянь на него, а. Ты посмотри, какие мы эти активные, а. Что это? Какая предыстория этого замечательного персонажа, мне интересно. Знакомый мотив такой. А-ля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 . Где-то я это уже слышал. Уж воруем песенки, да, значит, малыш. Такой маленький, а уже вор. Вот это да. Так. Ага. Чего? Что происходит? Очень хочется перевод этой песни в комментариях. Я не успеваю просто. Twitch Community. Да вы поэт, батенька. О, господи.
Я понял, это такой иностранный Пушкин Александр Сергеевич. Прекрасно вообще. Прекрасно излагает свои невероятные поэтические образы и мысли. Великолепно. Просто охренительно. Все? Да нифига ты... У тебя от злости пердак разлетелся на мелкие кусочки. Буквально смысл. Да. Просто уже рандомные звуки пошли. Когда какая-нибудь корова начнет мычать, срать там со звуками, я не знаю. О, вот я же говорю, мы скоро дойдем и до этого. Просто звук пердежа, давай, короче. Чего там у него происходит? Метеоризмы в желудке. Надо это, не кушать было эту мексиканскую кухню, прикинь. О, вот это идеально, давай, ба, еще хочу. Мне нравится этот звук. Самый лучший звук, вообще. Girlfriend, наверное, скоро вот после этой песни, вот после того, как ты сделал это, ба, она с тобой не будет больше ничего общего иметь. Скажешь, ну тебя придурка нафиг вообще. Я вон буду с Little Man. С Little Man будет. Little Man сейчас отобьет у нас просто. Так. Так. Ага. Что-то еще, знаете, слушайте, маленький да удаленький, все. Все пищит и пищит, и никак не успокоится вообще. Видите, как он там это старательно напискивает. Напипискивает там старательно. Ай да малыш! Ай да малыш! Подлюк ты такая! Сколько мы сейчас с тобой будем, а? Такой длинный трек у него прям, он выносливый. Мы, я же говорю, маленький да удаленький, маленький да выносливый. Да? Так. Ага. Так он там еще жестикулирует, слушайте. Нифига у него длинные песни, слушайте. Чё? Чё? Там просто уже пошел набор какого-то говна просто. Да, вот, ребята, лучшая песня на свете вообще. Топ-10 песен. Зачем же я так рано его составил в свое время? Вот надо было вот это вот прям на нулевое место, даже не на первое. Я просто вообще еще выше. Так. По-моему, песня зависла, мне кажется. Мы это с тобой уже много раз проходили, чувачок. Тебе есть что путного выразить? Так, сейчас он еще какой-то пердеж издаст. А, у него, видите, у него там... Все ломать. Во! Вот это я понимаю. Давай, давай, побольше этого. Бойфренд, давай еще! Во, вот это шикарно. Это мне нравится. Так. Давай. Ой, прекрасно, мы закончили. Неужели я жду? Кто это? Что происходит? Что творится? Это разработчик Боба или что? Я не знаю. Походу это разработчик Боба, ребята. Мы его увидели. Так. Наверное, я не знаю. Он говорит, пенис, 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 пенис. Как нехорошо. Такой маленький, такой говнюк матерится, ругается там что-то, а? Тебе вот не стыдно вообще? Тебе не стыдно, скажи мне? Малолетний сквернослов, а? Что, какая длинная песня. Это ж реально самая длинная песня, которая была вообще за всю историю этой игры, по-моему. Кто-то что-то длиннее может вспомнить? Так. Какая упоротая крылья. Просто жесть. Ага. Так, ну поехали, ладно, мы не останавливаемся, мы продолжаем. Еще сейчас поматеришься на меня? Так. Вот это секретный трек, ребята. С одним этим секретным треком можно было отдельную серию снимать. Все? Да ты шо? Ты шо устал, что ли, малыш? Ой, вот. Да что вообще творится? Тебя еще тут не хватало. Так. Ага.
Смотрите это короткое видео, чтобы получить... If you tap now to watch a short video, you'll receive 30 minutes of ad-free music. Бесплатную музыку без... без прерывания. Ну окей. А, нет, подожди, а куда нажать? Ой. Что происходит? Боб, батенька, да вы поехавший. Да вы поехавший, батенька. Бобушка родимый, я ни хрена не понял, что сейчас было. Это самая странная дичь, боже мой, боже мой. Вау. Ладно, окей. Вот так вот, давайте на этом закончим, короче. От греха подальше. Если я запущу это еще раз, у меня точно сломается мозг. Поэтому пока все. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.